осознание того, что происходит на Украине, сколько российских солдат там гибнет и сколько мирных жителей там убивают, это произойдет скачком, что в некоторый момент, вот сейчас вот все не замечают этих гробов, а потом вдруг будет момент, когда все будут только говорить про то, что да, Путин послал наших ребят на смерть. Потери советских войск в Афганистане, главные потери, были в самом начале 80-х, в первые годы. Вот к 86-му, к 87-му году эти потери уже были минимальны. Это были такие же потери, как там у американцев в Ираке, у американцев в Афганистане. То есть маленькие потери по сравнению с тем, что было в начале. И тем не менее, это вдруг стало острой темой. Не сразу, но когда появилась перестройка, вот этот Афганистан, который в этот момент уже не приносил новых гробов, но все про них только и говорили.